Hello, hi kids. Today we try очень кислые конфеты. Very cure candies. First candies, it will be lemon. Oops. Very nice candy. I can't open it. Очень кислая. Let's try apple. Я вовнутрь быстро съел ее. Потому что реально кислота очень чувствуется. Apple. Ух, хорошо не пораставали. Ай-яй-яй-яй. Реально очень кислые. О! Black cherry. Вот это реально кислые конфеты. Токсические. О! Я думаю, ее долго ты не сможешь рассасывать. Но я попробую. Так, это что-то на мне не поддается. О, есть. Есть момент. Сейчас попробуем. Блин. Да что ж такое? Видите, насколько я ее открыл. Давай, тварь, вот ты, блин. Сволочь такая, не хочет открываться. О, наконец-то, вот она. Black cherry. Но... Когда кусаешь, съедаешь, кислота куда-то пропадает. А так вот, поверх самой конфетки, ну реально, как будто бы каким-то лимонным концентратом. Raspberry, кстати, открываю. Как будто бы каким-то лимонным концентратом ее намазали. Это пипец. Реально токсичные конфеты. О, жесть. Ну давайте последнюю попробуем. Может быть и не последнюю, но они в принципе прикольные конфетки. Но рассасывать их крайне нежелательно. Уже чувствую. Вот какое-то, знаете, как будто бы напыление поверх конфетки. А там посмотрим. Вкус такой себе.
реально очень хорошо добавлять в чай. Вот. Да, с чайком можно. Вот такие вот токсические конфеты. Очень кислые. Очень кислые. Watermelon. То есть арбуз. Арбузного вкуса. У меня уже все руки липкие. Ну ладно. Блин. Пипец, они жесткие. Это, конечно, жесть. Реально, ребятки, попробуйте. Вот это, конечно, того стоит. Очень кислющее. Очень. И знаете, вот такой вот вкус. Ну, как бы вроде за кислоты ты его сильно там и не чувствуешь. Но вот отдает там, в принципе, вкусовыми там качествами. Типа лимона, яблока. Ну, лимон, яблоко там, может быть, сильно ты не различишь. Как бы. Вот. Я, честно говоря, не ожидал такого. Нереально кислющее. В общем-то, всем спасибо за просмотр. Всем пока.